Но когда это является необходимым, то тогда йога майя, она пробуждает в Шри-Кришне его Бхагавату, то есть он начинает вдруг вспоминать о том, что он является Верховным Господом. So it's not yoga maya that is covering Bhagavan. Prayer is covering Bhagavan. Yoga maya is sometimes inspiring you with the knowledge of his Bhagavata to say his guru. Таким образом, не йога майя заставляет забыть Кришну о том, что он является Бхагаваном, Верховным Господом, а према его Браджабаси, интенсивная любовь его преданных. А йога майя, она временами позволяет Шри Кришне вспомнить о том, что он является Бхагаваном, Верховным Господом. Это первый момент. Второй момент. If Krishna is Buddha, thinking he's an ordinary boy,
how can he expand in many, many forms to dance with all Vrajagopis because of only one temple? Можно задаться вопросом, если Шри Кришна мугда, если он такой наивный, ничего не сведущий о своей Бхагавате мальчик, то каким образом он размножает себя во множество форм для того, чтобы на танце раса танцевать с каждой из гопи, потому что это не является чем-то человекоподобным. So, see, Prabhupada has given a beautiful reconciliation of this. How Krishna is mukta like an ordinary boy, and at the same time, he's manifesting many forms to dance with Vrajagopis. И наш Шрила Прабхупада Сарасвати Такур, он примеряет это кажущееся противоречие о том, как Шри Кришна одновременно является и мугдой, и вроде ведет себя как обычный простой мальчик, но в то же самое время распространяет себя во множество форм для того, чтобы танцевать раса-танец. В своей Ашчарья Раса Прабанди. Когда Шри Кришна и Браджа Гопи встретились на Раса-лилу, Радика посмотрела на своих саки. And she said to Krishna, oh, all my sakis, they're feeling the karma vida, the pain goes by completely. И Радика обратилась к Кришне за следующими словами. Она сказала, все мои саки, все мои подружки, они чувствуют, как будто их ужалил яд Купидона. Они испытывают желание встречи с тобой. And I don't want them to suffer even a slight bit. А я не хочу, чтобы они страдали вовсе. So I have to tell you something, Krishna. Поэтому мне есть что тебе сказать, Кришна. When I was a little girl, когда я была маленькой девочкой, I was doing puja to my Ishta Devi Yoga Maya. Я поклонялась своей Ишта Деви, своему божеству Йога Майя. And she gave me a benediction. И она дала мне благословение. She said, whatever sankalpa you make, it will become true. Она сказала, какой бы обет ты ни приняла, какую бы санкалпу ты ни приняла, это исполнится. And I bless you that you have a party, a beloved who has Ananya Anurag, one pointed love to you. И я благословляю тебя с тем, что когда ты вырастешь, у тебя будет Ананья Анурага к. Точнее, что у твоего у тебя будет возлюбленный, у которого будет Ананья Анурага по отношению к тебе. And I bless you that you will share your Ananya Anurag for him with others. Я обещаю, что у тебя будет возлюбленный, который будет любить исключительно тебя, и ты сможешь поделиться его любовью с другими также. So then, later, one day I sat down and began to meditate. Радика продолжает рассказывать. Она говорит, позже, несколько лет спустя, я погрузилась в медитацию, и мне было так радостно. И я погрузилась в самадхи. И даже не совершая савичар самадхи, я почувствовала санкалпу, такое желание. I saw that Krishna had many, many forms. Я увидела, что у Кришны много-много форм. And I was loving him in many different ways, in many different moods at the same time. И что я могла любить его, проявляя различные настроения и различные свои формы одновременно. И вот эта санкалпа спонтанно появилась в моем уме. И одна подруга вдруг подошла ко мне, потрогала меня за плечо и спросила, ты чем занимаешься тут? И самадхи прервался мой. И когда я открыла глаза, я рассмеялась. Когда я увидела своих саки вокруг себя, я поняла, что эта санкалпа уже начала сбываться. So now, Krishna, again I will meditate, and you can freely meet with my sakis. И сейчас снова, Кришна, я буду медитировать, а ты можешь встречаться со всеми моими саки. So then Radharani, smiling, she closed her eyes. Улыбаясь, Радика закрыла глаза. And when she began to meditate, then Krishna, though he was not doing it himself, he experienced that he was expanding into many forms and playing with all of his sakis.
только Радика стала медитировать, Кришна непроизвольно почувствовал, что из него проявляются различные формы, и он начинает общаться со всеми Шаки и Радики. So in this way, Radhika has Naravat Bhav, human Bhav. Krishna has Naravat Bhav, but Yogamaya Upasrita Bhav. Yogamaya is free. И таким образом Прабхудананда Сарасвати показывает, примеряет вот это внешнее противоречие между вот этой Нарват отношением и Айшварией того, как у Кришны столько форм. И тут он объясняет, как это по воле Радики все происходит, что Кришна проявляет многочисленные формы, чтобы танцевать в Раса-лиле, и что доказывает, что и у Радики Нарват человекоподобное настроение, и у Кришны Нарват настроение, и лишь это йога майя упашритаха, что йога майя позволяет вот этому всему происходить таким образом. Айва! So I think that with Yoga Maya Upasrita, we have completed the discussion of the first verse of this time. And now our Parama Guru Bhakti, Achyuta Bhakti Goswami Maharaj, I humbly request to share with us as we continue with this discussion. Мне кажется, что мы уже на этом завершили обсуждение Йога Майя Упашрита, и сейчас у нас будет возможность продолжать слушать из лотосных уст Шри Ачюта Лалбатаджи Махараджа дальнейшее повествование Раса-лилы. Вриндаван Бихари Лал ки джай. Шри Радха Шам Сундар Дев Джу ки джай. Шримад Бхагават Махапурана ки джай. Шри Нитай Гаура Хари Бол. Хари Бол. Говинд джай джай Гопал джай. Радха Раман Хари Говинд джай. Намо Бхагавате Пурана Пурушоттамае Ом Джаяте Парашар Суну Саттивати Хурдае Нандано Вьясо Ясьяси Кавалгалтам Вахмае Мамртам Джагат Пиват Пивати Вишва Сарги Бисаргаде Навлакшан Лакшатам Шри Кушнакшам Парамхам Джагат Дхама Намамитат Курдиясья Пранная Правартиту Барату Паркамлам, Ванде Шри Чайтанья Девасья, Анархит Чарим Чарат, Каруньяти Накалу, Самарпет Муннату, Джаларасам, Савахти Шриям, Харикпурат Сундар, Джитгадам, Сандипта, Садаа, Худай Кандари, Спортваща Чинандана, Агьян, Тимирандас, Янаньян, Шалакея, Чакшурми, Витамьено, Тасмай Шри Гурве Намаха, Вандехам Шри Гуру Шри Падкамлам Шри Гуру Вайшнаванишча Шри Рупам Сакриджатам Сахагана Рагунатхам Витамтам Сахибам Садвайтам Савдхутам Париджан Сахитам Шри Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалта Шри Вишахам Витанишча Расови Тасья Расабхава Вишеш Гопья Сарвасва Сар Парипакмаям Винакти Утпуштата Мадрима Парсима Лилила Лакшмия Манурат Шатай Рабью Дурабаха Нараяна Намаскуттинам Чайву Наруттамам Девим Сараспатим Вьясам Тату Чайнтирай Ванча Калпам Вешча Карапасам Дубьяй Вучам Таттанам Павне Бью Вайшнаве Бью Дамо Нама
Вечти и санатан прабу карангураши. Хе рум дургат жанай даяву лобо. Хе бхакти юбну сумате рагунат дасо. Шри джива ме курутманд мате даяндра. Тулси канам ятри ятри падмаванавича. Куран патнам ятро татта саннихито хари. Була шуртаван бихари лали ки. Джай! Падал мангал. Shri Srimad Bhagavat Mahapurana, very, very auspicious, Shri Srimad Bhagavat Mahapurana. Shri Krishna has manifested in the Vangmayi Murti in the form of Shri Srimad Bhagavata Sahita and in the last Panchadhyayi, that is the Panchaprana of Shri Srimad Bhagavat as well as Shri Shukdev Ji. Вся слава непревзойденному Шримад Бхагаватам, Бхагават Пуране, который является звуковой инкарнацией Шри Кришны. Раса Панчаджай, пять глав, описывающие Раса Лилу, считаются праной Шримад Бхагаватам и праной самого Шукадева Госвами. So we were describing, we were discussing the first verse Bhagavanakta и Шаргутпун Бадника Абхикшан Дамас Чакти Югмайам Башната. And Shri Prem Prabhupada Prabhu has very beautifully just described the Ashtariya Ras Prabhupada, Shri Prabhupada Saraswati, that Shri Krishna is manifesting himself in any way, many ways, in the same way Shri Arani is also manifesting herself in many forms, many ways, many forms of forms. Итак, вчера и сегодня мы разбираем первый стих Раса Панчаджай. И Шри Прабхуджан Прабху сейчас очень красиво описал то, как Прабхудананда Сарасвати объясняет, что не только Кришна проявил себя в многочисленных формах, но все эти формы гопи, с которыми он танцевал, это многочисленные проявления Шримати Радхики. Йогмая Мупашвата. Йогмая – это best form. Йогамая – это наилучшее проявление Сварупа Шакти, наивысшее проявление Сварупа Шакти Кришны. Сандхнир Сар Вишудда Саттана. The essence of Сандхнир Шакти. Это essence. Is Вишудда Саттана. Вишудха Саттва является Саром, то есть эссенцией Сандхнир Шакти. Shri Krishna, his body, his dham, his parikata, all are manifestation and illustration of that Vishuddha Sattva. То есть облик Кришны, облик его спутников, парикаров, дхама, и все это является проявлением Вишудха Саттвы. The essence of Samvit Shakti is Кришнер Бхагаватта Гьян. The Бхагаватта Гьян, the knowledge of Бхагаватта of Шри Кришна. Бхагаватта Гьяна является эссенцией Самвит Шакти. Кришнер Бхагаватта Гьян Самвит Сар. Брахмат Сарвасатта Яхарта Сар. The essence of Samvit Shakti is knowing Krishna as Bhagavan. То есть понимание божественности Кришны это является эссенцией Самвит Шакти. And the essence of Radhni Shakti is Shri Madhunath Mahabhava. And that it is the form of Shri Radha. Мадханакья Махабхава, внешнее проявление, которое является сама Шримати Радарани, является эссенцией Хладини Шакти. So, in this way, the essence of, again, the essence of Алхадни Шакти is Мадханакья Махабхава Шри Радарани. The essence of Самбит Шакти is Кришнер Бхагаватта.
Shri Krishna, Krishna's Bhagavata, Jnana, and the essence of Sandhini Shakti is Vishuddhasa. То есть снова повторим. Эссенция Сандини Шакти это Вишудха Шакти, Вишуддасатва. Затем эссенция самих Шакти это понимание Бхагаваты Шри Кришны, знание о том, что он Бхагаван. И эссенция Хладини Шакти это Маданакья Махабава, олицетворением которой является Шримати Радика. An exaggeration of all these things is a Yogamaya. Йога Майя, она проявление всех этих составляющих, она управляет этим всем. So in one word, the whole soul of Shakti, the essence of whole soul of Shakti is Yoga Maya. То есть Йога Майя это суть сварупа Шакти. So Shri Krishna has Yoga Maya Upashrita has taken shelter of Shri Yoga Maya. That means at last the conclusion is Shri. То есть, и суть, когда мы слышим, что Кришна принял прибежище у Йога Майи, мы должны понимать, что это значит, что он принял прибежище у Шримати Радхарани. Наивысший смысл этого высказывания. Is a form of a banshi also. Yoga Maya is a form of banshi also. Также мы вчера слышали о том, что Йога Майя это проявление вамси, флейты Кришны. So Shri Krishna has taken shelter of his banshi, his flute also. Что Кришна положился на свою флейту, на свою вамси. Shri Krishna has three types of banshi. У Кришны есть три разновидности флейты. That Yoga Maya is of three type. Три проявления Йога Майя. Banshi is of three type. Вамши. В этом контексте есть трех проявлений. One banshi is it is 27 angul. Длиной 27 чего? 27 пальцев. Длиной в ширину 27 пальцев. The banshi that has 27 finger that is Саммохини вамши. Ее длина равняется ширине 24 пальцев. То есть она всех сводит с ума, вводит в заблуждение, как гипноз создает массовый. If the length of that flute is 29 fingers. То есть первое это 27. А пальцев. Потом есть еще флейта длиной в ширину 29 пальцев. Then it is Akarshani Vanshi. Akarshani. That means attracting. Она влечет, манит к себе. And if the length of that Vanshi is 31 fingers. То есть 31 палец ширины. That will be called Vanshuni. And it will be used to collect the cows. Эта флейта применяется для сбора коров, когда Кришна называет всех коров, используя именно эту флейту. So banshi has three forms, three types. One is akarshani. Akarshani. No, one is sammohini. Sammohini. That sammohini banshi is used and described in 21st chapter. Вот эта флейта описана в 21 главе Вируди. Саммохини ванши. That Саммохини ванши is described in 20 Вируди. Вируди. 21 главе. So in Вируди Шри Кришна is playing his flute and everybody is being attracted to it and being bewildered. So that is the Sammohini Banshi and it makes everyone, everything bewildered. Как раз речь идет о этой Саммохини Вамси в 21 главе, описывающей Вену Гиту, когда она просто всех сводит с ума. So that is Sammohini Banshi. Это... In the Ras, Shri Krishna is using the Akarshani Banshi. That means who attracts every
every gopi, that is Akarshini Vamsi. А под Вамсиватом Кришна призывает всех гопи Акаршини Вамси на Расалилу. Она всех призывает к себе, привлекает. This Akarshini Vamsi is very much choosy. It can attract one person and not to the other person. Она работает очень точно, выборочно. То есть она может призвать определенную личность, но, то есть, может отреагировать кто-то определенный на звук этой флейты. То есть она предельно точно целится в сердце жертвы. Why Shri Krishna is playing his Akarshini Vamsi and he is inviting the gopis? The Vamsi can be heard by other persons also, but they are not attracted. Only gopis are attracted. So it is very choosy. То есть это очень настройки очень тонкие и точные у этой флейты, что слышат ее именно только те, только гопи, которых Кришна хочет призвать к себе, а другие вообще не слышат звука этой флейты. They may think that it may be possible that any person is playing banshee anywhere, but they do not notice it. Only gopi notice it. Только гопи слышат частоту вот этой флейты, потому что другие, даже если они услышат звук флейты, они не отреагируют на нее, они примут ее за обычный звук чьей-то флейты или что-то иное, но никак она не будет оказывать влияние на них. So its length is 29 fingers. И длина этой флейты равняется ширине 29 пальцев. And if it is a little much more longer, that means it has the length of 31 fingers, then it will be called Vanshuli. Но Vanshuli это уже очень длинная вамши, третья разновидность вамши, если она длиной в ширину 31 пальца. And that will be used only to collect and to call cows who was tending on the farm. To collect them, Shri Krishna uses that 31 finger long vamshuli. 31. И Кришна использует вот эту вамшули только для того, чтобы созвать коров, которые разбрелись по лесу или по пастбищу. Вот это именно применение этой длинной, самой длинной вамши, которая длиной в ширину 31 пальца. So as it was previously described that Shri Krishna has Yogmaya Mapashvata. Yogmaya is Akarshini Vamsi and Shri Krishna has used it. То есть вы слышали объяснение Йогамая Пашита, что Йогамая это флейта, Акаршини флейта, которую Кришна, на которую он сыграл, чтобы призвать всех гопи к себе на Расалилу. That means the four fingers are the Shurabhag, the head of that Vamsi, Akarshini Vamsi, Forangal. Forangal is the head. Four fingers. That means, насадка на флейте, которую прикладывается к рту, она длиной в ширину 4 пальцев. After that, one angle is there is a hole that is Mukhchandra, and from where Shri Krishna passes his wind or his breath. То есть вот этот мундштук длиной в ширину 4 пальцев, потом дырочка, из которой выдыхается воздух. So four angle plus one angle, five angles. То есть это 5 дырочек уже. Then there is a knot of half and one angle, half of one finger. There is a knot. Потом узелок там еще или какой-то как что-то. Half and one. Полтора в ширину полтора пальца, потом еще. One and half. Какое что-то такое-то. Перемычка какая-то. That means six and half. The total is 6.5. То есть вот это уже длина 6.5 пальцев мы обсудили. Then there is the gap of 12 fingers. А потом расстояние длиной в ширину 12 пальцев идет.
So 18 and half. That was the, то есть мы уже 18.5. Then it has 8 holes of various swar chatra. Потом 8 дырочек для различных свар, разных нот. And every hole is of a half finger. И каждая дырочка расстоянием в половинку пальца, диаметром в половинку пальца, шириной пальца. That means 4 angles are consumed in those fingers. То есть если 8 дырочек и каждая по половинке ширины пальца, то получается 4 пальца уже мы ширину просчитали. So how many? То есть было 18.5 плюс 4. 22.5. So 22. Уже мы обсудили 22.5 ширины пальца. And now, because there are 8 holes, so 7 gaps are there, and every gap is of half angle. И так как там 8 дырочек, между каждой дырочек тоже промежуток расстояния в полпальца. 7 промежутков. Теперь посчитайте, 7 помножьте на половинку. Сейчас у нас уже 26 этих расчетных единиц пояснены. And the tail portion is of 3 fingers. А конец флейты уже расстоянием ширины 3 пальцев. So in this way, the bamshi is of 29 fingers. И вот такая бамши, это 29, то есть длиной в ширину 29 пальцев. Shri Rupa Goswami has described it. Rupa Goswami. Bhaktiya Samrasindhu, the calculation, the measurement of that bamshi, that it is in this way, it is 29 angulate. И Рупа Госвами Пад, вот он дает эти исчисления в Бхакти Расамрита Синду, описывая вот эти размеры этой флейты Акаршини Вамши. То есть Кришна положился на помощь вот этой Акаршини флейты, которая длиной в ширину 29 пальцев. Looming there. So what is there? Both. They are looming there. Hanging. Ah, украшение. Loom. It calls loom. 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 Yes, yes, it's like next, and they are woven the pears, and at the end there is the шелковые нити свисают с обоих концов этой флейты, как шнурочки. Silk. Look, yes. Жемчужинки, нанизанные на шелковые ленточки, украшают эту флейту. Рядом с мундштуком висит вот эта гроздь этих жемчужинок, и с другого конца флейты тоже. And after one finger, there is a ring of diamonds on that. И как бриллиантовое кольцо такое, насадка бриллиантов. On both hands. С обоих концов флейты тоже есть такие бриллиантовые насадки. And this banshi is made of gold, not of bamboo. Это не бамбуковая флейта, это золотая флейта. The banshi that is used in Virugita, in 21st chapter, in Virugita, that is made of bamboo.
bamboo. But this banshi is made of gold. Самохини вамши, которая описана в 21 главе Венугити, она как раз бамбуковая. А эта флейта, акаршини вамши, она золотая. So in this day, Shri Krishna Bhagavan Apitati Shadotun Mandaka Bhikshantun Manaschakri Yogamayam Pashita. While Shri Krishna saw all gopis very much eager, while he saw that I and gopis both are now grown up and we became Kishore, Purna Kishore, while he is seeing that Shri Radharani having so much desire that at the same time Shri Krishna is playing with me as well as he is dancing with my Sakhigan. In this way, seeing all this, Shri Krishna now take the shelter of Yogamaya, that Banshi. И приняв во внимание готовность Раджа Гопи к встрече с ним, поняв, что они уже все достигли пика юности, как и он сам, и учитывая желание, пожелание Радики, которая хотела стать свидетельницей того, как Кришна танцует с ее Саки, и оценив по достоинству красоту этой осенней ночи и проявление всех вот удивительных времен года, и другие факторы, о которых послышали, Кришна принял прибежище у своей вамши, у Йогамайи. And now Shri Krishna prepared for us and he has accepted very beautiful garments as well as Shringar ornaments. И Кришна достойно нарядился к этой встрече, он подготовился загодя, одел очень красивую одежду, изумительные украшения. Shri Krishna is Vidagdha Nayak. В данном контексте этой лилы Кришна является Видагдха Наяком. Дхир Лалит Наяк. Дхир Лалит Наяк. Видагдхо Наватаруньяха Парихас Вишардаха Нишчинто Дхир Лалитаха Сят Прайха Преси Баша. Now Shri Krishna has accepted the mood of Dhir Lalit Naik and the definition of Dhir Lalit Naik is given in this text. Кришна сейчас привел настроение Дир Лалит Наяка. И определение Дир Лалит Наяка, состояние такого героя, следующее. Дир Лалит Наяк becomes Vidagdha, very clever. Он очень разумный, смекалистый. In every fine art. Он талантлив. He has a proficiency. Он обладает многочисленными талантами и мастер разных искусств. So Vidagdha, Navatarunya, that means he is a Kishore. What Kishore? All adult, what Kishore? Youth. Eh? Adolescence. Он подросток, он юноша в рассвете. So he is Kishore. Kishore. Navatarunya. And the third quality of Dhir Lalit Naik is Parihas Vishardaha. Parihas. He is very funny as well as he is always joking. У него отличное чувство юмора, и он всегда шутит. Very much humorous and very much joking. Очень смешной и обожает шутить. He is very much clever in making jokes. Очень у него изысканные умные шутки. The fourth quality of Dhir Lalit Naik is he is nischint. Безмятежный. He does not have any bothering with him. Carefree. Yes, he is nischint. Carefree. No bother. Он полностью безмятежен. Because all bothering is on the head of Shri Nanda Baba. Он безмятежен. У него никаких забот в жизни нет. Папа. Всем управляет, заведует. So, as he is a prince, so he has no bothering. Принца нет никаких дел. Он себе живет свое удовольствие. Shri Nanda Baba has given him free, live
let him free, that whatever you want, you can do. If you want to tender the cow, you can. If you not, then there are so many servants are there, they will do. Нанда Баба предоставил Кришне полную свободу действий. Он говорит, сынок, делай, что хочешь. Если тебе нравится пасти коров, паси их. Если не хочешь, то слуги будут пасти. У нас достаточно слуг, чтобы тебе не приходилось ничего делать. Ты живи в свое удовольствие. So Vidagna is always nischint, free, water free. Поэтому такой Дирлалитнаек, он всегда безмятежен. He is called Dhir-Lalitaha, Syat Praya Presivasa. And the sixth quality of Dhir-Lalitnayak is, he is always in the control of his Presi, of his Shiradhara. И шестое качество определения Дхир-Лалитнайка, что он всегда под каблуком у своей возлюбленной, то есть полностью подчиняется ей во всем. He is always serving Shiradhara and always ready to obey the order of Shri Radha. Готов исполнять любые повеления своей любимой Шримати Радике. So there are four types of Nayak. Dhirodhat, Dhir-Lalit, Dhir-Shank, Dhirodhat. But now Shri Krishna is Dhir-Lalit in this last year. В контексте этой расы Лилы Кришна проявляет настроение Дхир-Лалит Найка, героя Дхир-Лалит. So Api means Shri Krishna is Here, Api, еще одно значение. Api, что Api. Кришна тут Дхир-Лалит-Найек. So, he is not Bhagavan, he is not bothering for Srishti, Palan, Samhar and all other things. He is not bothering of doing any kindness for any person who is in calamity and he is just fulfilled in his and he is living in his own realm, in his own world. То есть напоминаем, что опять-таки это лила, Кришна являет ради себя самого, не для кого-то, он никого не спасает из своих преданных, не являет Бхагавату, не занимается творением, он полностью нарават, человекоподобный, герой, юноша, романтичный, который жаждет встречи со своими возлюбленными. As he is Kishor, and Kishor means Kim Shroti Iti Kishora, who does not hear, who does not listen anything of anyone. He is Kishor. Он никому не прислушивается. Кишор вообще сам себе хозяин. Никто ему не указ. This Kishor is this, where the person does not care to anybody. He is Kim Shroti. Kim Shroti means he is not hearing any instruction of anyone. То есть Кишор, тот, кто не слушается никого, никому не прислушивается, его уши закрыты для всех, он сам себе голова. In the same way, the second meaning of Kishor is also this kind, that Kim Shiryate Kishorha. Kim Shiryate. Never, she needs blooming and withers. Withers. Withered. Crushed or withered. So Kim Shiryate. Shiryate means getting old. or getting used. Getting crushed or the Murjhaya. Wither away. Murjhana. Итак, вот это первое значение Кишор, тот, кто никого не слушается, а второе значение тот, кто никогда не увядает, он не стареет. So Kishor means who is every moment he is blooming. То есть он не завидает никогда, он всегда свежий и цветущий. That I have full gulab. It is a new blooming. Свежераспустившаяся роза. Not faint. Которая никогда не завянет. Вот это Кишор, второе значение слова Кишор. So, Shri Krishna is Dhir-Lalit-Nayak. И теперь Кришна... Api means he is Dhir-Lalit-Nayak. Api значит, что он Dhir-Lalit-Nayak в этой лиле. The complexion of Shri Krishna is just like bluish. Atasi kusuma, kusum. Like Atasi, Atasi is a pool.
flower, and he is a bluish, new, just like a lotus of blue color. Цвет тела, он голубоватого цвета, подобному одному цветку. Now Shri Krishna has accepted she is bearing only white color, white color dress. Еще раз. Раса лили на Кришне светлая одежда белого цвета. Because in Rasa, the various colors are not accepted. Only white color is mostly beautiful, and it is but matching to Rasa Lila. То есть цвет уместный для одежды для Раса Лилы это белый цвет, потому что другие цвета не подходят, поэтому все носят белое. Because it is the full moon night, so Shri Krishna has also accepted, and he is bearing only the white color and white shining jari, the colors of jari. То есть, так как это полнолуние, то лучше всего сейчас выглядит такой серебристый цвет. И Кришна оделся в такую светлую одежду серебристого цвета. Кришна был a pajama of a white and then a white kachani upon it, the skirt, white skirt, and that was full of jari and a white gota embroidery, and it was shiny. То есть и нижнее белье у него все светлого серебристого цвета, и юбка, то есть и штанишки, то, что внизу у него, и юбка, все такого серебристого цвета с вышивкой, серебряной ниткой такой блестящей. And he tied a patka on his waist. Kati patka. That is called kati patka. Kati patka. Как кушак такой. То есть и кушак у него вокруг талии завязан. Shri Krishna just tied a turban on his head, and that was bent on the left side. То есть Мукут такой тюрбан себе завязал на голове, и так он склонялся слегка в левую сторону этот тюрбан. And на бикрень, on the turban, Shri Krishna is having gumala. That means two. Подвески. Two strings of a pierce. И подвески жемчужные прикрепил себе к тюрбану тоже такие две нити свисающие. Shri Krishna has bear the nupur in his feet. Одел колокольчики себе на лодыжке. What is nupur? Ankle bells. And he is also having the Alakta, Alta, the red color in his feet also. И стопы накрасил красной краской, красной косметикой такой покрыл. Because this is also a ornament of a groom, and now Shri Krishna is just like a groom. То, что он нарядился как жених, то есть который идет на свадьбу. Вот эти все аксессуары, это обычно жених на жениха одевает. So in Bridget, the groom also have the Alakta. Alta in his feet. Обычно только женщина покрывает красным ноги, но жених, во Враде такая традиция, что жених тоже покрывает ноги красной краской. Вот Кришна тоже краса лили так вырядился. A very beautiful waist belt is in his waist. Набедренный пояс такой у него красивый. So, and the beautiful chalar is there, that is just looming there, all over the, all around of it. Net? Как сеточка такая, как шифоновая вот эта такая. Из цепочек свисают такие штучки с его пояса. Как форт
мы сеточки такие украшения сделаны, подвески тоже к поясу. То есть там много бриллиантов, все из бриллиантов сделано, и вот свиты такие, как кружева прямо из бриллиантов на этом поясе. И колье такое прямо впритык к шее было у него. Брошка такая прямо. То есть само колье было из жемчуга, и спереди была такая как брошь, то есть прямо впритык к шее было одето. Как такой. He was bearing so many garlands, and those were offered gradually increasing, gradually being longer. So in this way, Krishna was having the garlands of Chahavata, that means gradually being longer, and they are not climbing on each other. Yes. На нем было много гирлянд, они были так... Жерелья, гирлянды были так одеты симметрично, что были большая, потом поменьше. Они не переплетались, не накладывались друг на друга, так размеры были подогнаны, что они шли, ну, знаете, очень красиво свисали, которые покороче, потом чуть подлиннее, под ней, потом еще длиннее под ней, вот так они были... Рядами свисали с него гирлянды и ожерелья. And upon them, on his chest, the Kaustubmani was shining. И камень Кастуба сиял на его груди. It is that. Красный камень Кастубха. Kaustubmani is that. Считается, что Кастубха красного цвета. И тоже Кастубха. На нем были на плечах, на предплечьях были браслеты тоже. И на его руке Шри Кришна also wearing very beautiful wrist bands. И на запястьях тоже были красивые. Браслеты у него. And before Pahunchi, there is a great car, and at last it was a band. It is called Kala and Band. Kankan and Band. Из ракушки был браслет. Kankan was there. То есть у него были различные браслеты на запястьях тоже. Там разные виды, которые положено носить. The first bangle was having the mouth of a lion, and the last was having the mouth of an elephant. То есть первый браслет ближе к ладони был в форме пасти льва сделан, а последний браслет, который ближе к локтю, у него была пасть слона, лицо слона сделано. He was bearing so many rings in his whole 10 fingers. На каждом пальце были кольца. Все 10 пальцев были украшены кольцами. He was having very beautiful Makarakrit Kundal. His earrings was so beautiful, and it is of the shape of a fish. И Макаракундал на ушах Кришны были серьги в форме таких дельфинов, полудельфина, полуакулы, такого макара. As the Shri Krishna is the cupid of Shri Vrindavan, so the flag of the mark in the flag of cupid, Kamdev, is of fish. So Shri Krishna is also as if he is showing that I am the cupid of this Vrindavan. So he is bearing this makara kundal. Символ, так что
вы поняли суть, почему вот именно серьги в форме макара, потому что макара – это символ Купидона, Камадева. И вот Кришна тоже дает всем понять, что я ваш местный Купидон, поэтому у меня такие, вот поэтому такие серьги макара очень часто Кришна носит. И в данной лиле он их одел. And one very beautiful elephant pulse was hanging in his nose, in the middle of his nose. Посередине носа из ноздри свисала красивая, прекрасная такая жемчужина, из которой это называется как слоновья жемчужина. He was having kajarare, amyare, ratnare, nail. Kajar means his eyes was full of kajal. Глаза были украшены подводкой каджалом, обведены. They were ratnare. That means the red line was in his eyes. That was showing that he is intoxicated of ras. Сами глаза уже были покрасневшими, что указывало на то, что он был охмелен уже расой. And his eyes was very much sharp. So it was anyari. Anyari means very sharp eyes. He was having sharp eyes. Sharp eyes. So, kajarare. То есть утонченная вот эта подводка такая делала угол очень острым в уголках глаз, что они были так обведены, что кончики углов глаз казались такими очень заостренными. So it is called kajarare, ratnare, anyare. Kajarare means full of kajal. Ratnare means red, and anyare means having the ace, the pointed. То есть уголок. То есть вы поняли, что много каджала было под глазами, сами глаза были уже покрасневшими, и вот эта подводка под глазами заканчивалась такими острыми углами. Shri Krishna is having a mark of tilak on his head, and it was very shiny. И лоб Кришны был украшен сияющей тилакой. On his turban, Shri Krishna was bearing a beautiful shiny mukut and mayur mukut. The peacock feather was also in it. И то есть и на тюрбане Кришны поверх всех украшений было еще переливающееся павлинье перо воткнуто туда. And that mukut was bending on his left side. И вот это перо склонялось тоже было так на бекрень, всажено, чтобы в левую сторону оно наклонялось. So it is always barking like an umbrella on Shri Radharani. То есть как зонтик, возвышающийся над Шримати Радарани, вот это его все. In the same way, Shri Radharani is bearing, while Shri Radharani bears the Chandrika. Chandrika, it is also always bending on the right side. So Shri Radharani is using as a umbrella, using it as umbrella to make the shadow on Shri Krishna, and Krishna is making by his mukut a shadow, a shade on Shri Radha. То есть Кришна одевает мукут так на бекрень, чтобы он свисал с левой стороны, чтобы прятать Радику под его тенью. А Радика всегда носит чандрику, эту загугулинку такую. На лбу она тоже направо заворачивается. И вот это она взаимностью Кришне отвечает, тоже для него тень создает. Shri Krishna was having a beautiful katara bending katara bending ornament on his right side. One side there is a mukut and on the other side there is a katara. То есть, чтобы придать симметричность тюрбану, то есть на левую сторону свисал вот это павлинье перо и мукут, всякие украшения, а на правую было прикреплено другое украшение, которое балансировало это тюрбан. Загугулина такая красивая. So, it is a curve. It is the ornament shaping, having the curve. Как крючочек такой. And Shri Krishna is bearing two flowers that was sent by Shri Radharani in his both ears. За каждое ухо Кришна заткнул цветочки, которые ему передала Радарани в тот день.
В правом ухе был, за правое ухо был воткнут цветок и за левое. His scalp was coming on his very beautiful cheeks. Локоны обрамляли его сладкие щеки. Scalp was coming on his cheeks. Curls. So she took the Akarshini Banshi. Он достал свою Акаршини Вамши, свою флейту. And tangling it into his waist belt, Shri Krishna now started. She crossed it to Shri Ras Mandal. И то есть воткнул флейту себе в пояс и пошел туда, на Раса Мандалу. Crossing the Kunji Gali, crossing the Keshar Kari, Shri Krishna reached in the beneath a Kalpavruksha of Shri Vrindavan that was on the bank of Shri Yamuna, and Shri Krishna stood there. И Кришна пошел, прошел эти разные кунджгали, кешигали и дошел до калпаврикши дерева, расположенного на берегу Ямуны, и стал под этим деревом. And in this day, Shri Krishna just coming from the way, and while she reached on the bank of Shri Yamuna, he stood just having his feet thick, and he stood and he took his banshi from his best belt. И когда Кришна дошел уже до, стал под дерево, и тогда он достал свою флейту из-за пояса. So, Shri Krishna was very beautiful. Allah Kalari Albiri, the very beautiful stone was there. Там была сама красота в этот момент, когда он стоял под этим деревом. He saw a beautiful Shri Vrindavan and beautiful beauty of Shri Ras Mandal that was prepared. Он окинул взором прекрасный ночной Вриндаван и Раса Мандалу, площадку для Раса Лилы, которую уже подготовила Вринда Деви. Now Shri Vrinda Devi today has prepared Shri Vrindavan, who has decorated Vrindavan, because Shri Krishna is intended to do Ras there. К этой ночи Вринда Деви особым образом приукрасила Вриндаван, чтобы создать удивительную атмосферу для Раса Лилы Кришны. And as Shri Krishna reached on Ras Mandal, и когда Кришна дошел до Раса Мандалы уже, immediately the moon came out. Тут же появилась луна. Тадоду Раджа Какох Караймухам, the second verse. It shows that means tada means then. Then it shows that when Shri Krishna have the intention for playing Raslila, at the same time the moon is arisen. Tada указывает на то, что луна выжидала повеление Кришны. То есть как только стало понятно, что Кришна хочет уже явить свою лилу, луна тут же появилась. It shows that here the time is according to, is following the desire of Shri Krishna. Krishna is not following the time. Как вчера мы слышали, что время всегда подстраивается под лилой. Лилы не подстраиваются под время, а именно время подстраивается, погода, время, внешние обстоятельства подстраиваются под лилой. So time is in the control of Shri Krishna. Krishna is not controlled by time. Кришна не подчиняется времени, время подчиняется Кришне. So it may be a dark night, and if Shri Krishna want to have Ras in Raslila, then
even on the dark night, the moon can arise. Даже если бы Кришна пожелал явить Расалилу в новолуние, то полная луна тут же бы появилась и осветила бы Расамандалу ему. The rising moon was very much reddish. Эта взойдящая луна была красного оттенка, была красноватой такой. And it was resembling as the face of Sri Radharani in the pastime of Hori Lila. Она была такой красноватой и напомнила Кришне лицо Радики во время Холи. Саттабхур Раджак Кукуа Карин Мухам Прача Билампан Аруниен Шантанай. Шри Кришна was amazing that this reddish moon is resembling to the face of Sri Radharani. While I sprinkle the red color gulab on Sri Radharani, and it was spreading and it rested on the edge of his cheeks, edge of his forehead, edge of his chin. Then the mouth of the face of Sri Radharani was very beautiful, and it was colored with the red. It was reddish. So the moon is also resembling to it. Когда Кришна увидел эту красную луну, он стал воображать, вспоминать, что когда он играл с Радикой в холи, и он обрызгал ее красной краской, и эта краска осела на лбу и на подбородке Радики, на ее золотом лице, и вот он подумал, что эта луна выглядит прямо как Радика во время холи. Шри Кришна was remembering that instance, that while one day Шри Махамунда was roaming in the streets of Brisbane, and there was an old lady. И Кришна вспомнил. And she came to Махамунда. Как однажды Мадхумандал бродил по улицам Браджа и повстречал одну старушку. She asked Мадхумандал, we are in very much trouble. Our putra vadhu, our putra vadhu, they are behaving very strange. И эта пожилая женщина стала сетовать, она сказала: Маду Мангал, у нас такие проблемы серьезные, знаешь, наши невестки в деревне ведут себя очень странно. Whenever they see any peacock feather, they become very much disturbed. То есть если они видят павлинье перо, они начинают, вид павлиньего перо приводит их в такое взбудораженное состояние тут же. If they hear the music of a flute, or the sound of flute, they rushes to the boat and leave the house. И как только они слышат звук флейты, они просто бросают все свои дела домашние и выбегают из домов. Мадхумангал answered that I do not answer on the street. You should invite me to your house and you should respect me. Then I will answer it. Мадхумангал сказал, вообще вам неуместно такие важные вопросы со мной обсуждать тут посреди улицы. Это нехорошо. Вы должны пригласить меня официально домой, принять меня как достойного гостя, и тогда мы можем с вами обсуждать такие важные темы. All old women invited Мадхумангал. Please, oh Мадхумангал, please. You are invited cordially to our house. Please come kindly and just solve our problem. И после того, как Мадхумангал так выразил свое возмущение, что его так, что его надо должным образом почитать как достойного брахмана, старушечка тут же извинилась, сказала: конечно, конечно, Мадхумангал, ты будешь желанным гостем в нашем доме, приходи, пожалуйста, мы тебя угостим, примем достойно. While Мадхумангал reached there, they offered him a good asan and all Пужен, all worship.
Маду Мангал тогда отправился в их дом, там его угостили, приняли как достопочтенного гостя, там пуджу ему провели. They feed him. Покормили. Beautiful, very delicious food. Вкусно накормили его там. And then very humbly they asked that what, how this problem can be solved. И уже в очень кротком настроении так его деликатно спросили: Маду Мангал, ты можешь помочь нам разобраться с этой проблемой, с нашими невестками? That our Putravadhu is behaving like a man. And they always want to rush to the boat. They do not have no interest in the household workers. Посодействуй нам, что-то надо предпринять с нашими невестками, потому что они ведут себя как безумные. Они все время норовят убежать в лес куда-то и бросают работу по дому, и это не дело. Помоги нам, Маду Мангал. Маду Мангал said, just give me a mango. Маду Мангал сказал, принесите манго. The mango was given to Madhu Mangal. Madhu Mangal took it in his hand and sniffed it. Принесли манго. Madhu Mangal поднес его к носу, понюхал. And by sniffing it, Madhu Mangal got a very beautiful, very delicious flavor that was coming of that mango. Манго действительно. He was very much happy. Madhu Mangal был доволен услышанным ароматом, потому что манго действительно источал такой очень вкусный аромат. Showing his features as an acharya, Shabatmangal was saying, Madhu Mangal вел себя очень... it is very dangerous position. Madhu Mangal вел себя как великий ачарья такой, он понюхал манго и потом стал разглагольствовать, что да, это очень серьезная ситуация, нехорошо. The problem is very much crucial. And I am asking something, you should answer it. И сейчас я вам буду задавать вопросы, давайте мне прямые ответы на каждый вопрос. Do your Putravadhu used to go at the time of twilight to out of their house? Рассказывайте мне, поздно вечером ваши невестки выходят из дома куда-то, отлучаются? Sandhyakal. In Sandhyakal, do they go? They answered, yes, yes, they used to go. Да, that was normal. Да, нормально. Вечерами отлучались иногда. Что тут такого? Madhu Mangal told, oh, hey, that is the problem, that is the point. A bad shadow has affected them. Any ghost or bad shadow, any Пишач has attacked him. Но говорит, вот вы умный, говорит, зачем вы их по вечерам выпускали из дома, когда ночью там всякие эти бабайки летают, всякие ведьмы, писачи, тени очень опасные ночные. Говорит, вот теперь негативно на них это сказалось влияние. Сами виноваты. Old life, old woman asked, who is this Пишач? А что это за писачи, за ведьма? Спросила эта старушка. Madhu Mangal was saying that the name of this Pishach is Kama Pishach. Это опасная ведьма, ее зовут Кама Писачи. It is Cupid. It is the Cupid Pishach. And it is very hard and very disturbing. Очень опасная вот эта ведьма. И оказывает очень губительное влияние. Normally, it does not leave any person. Она сама по себе уже, если она вцепилась в кого-то, она их не покинет из своей цепкой хватки. The only way to get rid of it is this, that your Putravadhu has to do a birth. Единственный способ избавиться от влияния негативного этой ведьмы и писачи, это что ваши невестки должны провести определенный обряд. If they will perform some birth, then this pishach will leave them. И только если они должным образом проведут обряд необходимый, тогда эта ведьма оставит их в покое. I am describing some rules for them, and they should
follow it. Я сейчас вам расскажу, как именно они должны совершать этот обряд. They should not see the face of their husbands. Так, они на какое-то время должны полностью избегать своих мужей. Им нельзя даже видеть лица мужей сейчас. They should accept all very good ornaments and dress. Смотрите, чтобы мужья к ним не приближались, это раз. Второе, им надо выдать сейчас очень красивые наряды и украшения. Это важно. And having the pujaki thali. Дайте им каждый. In their hand. Вы должны приобрести комплект новых парафиналий, чтобы у каждой девушки был комплект для пуджи. And having the gulal and colors in their waist. Having the bunches of gulal. И много краски нужно. Дайте им мешочки, запас цветных разных красок с собой. And having the pichkari. И шприц, дайте им такой водный пистолет и выдайте каждой такие шприцовки и побольше краски. On their shoulders. И чтобы на плече у каждой прикрепите такой водяной пистолет пичкари. They should do abhisar. They should proceed at the time of twilight, sankal. At the time of when? Of holy. At the time of sankal. И в сумерки вы должны их отправить, вот так, да, обмундировать их всем необходимым и высылайте их из домов в сумерки. In the creeper house of, in the, on the bank of Shiyama. И они должны пойти к берегу Ямуны все. And there they should play and they should remain awaking whole night. И вот они должны вечером в сумерки уйти и всю ночь оставаться там на берегу Ямуны. And there is a deity. His name is Kalkumar. Там живет такое божество, которого зовут Калкумар. If he will, they will worship the Kalkumar. И вот им нужно поклоняться этому божеству Калкумару. Then this Kampishat will leave them. Вот эта ведьма Кампишачи оставит их в покое тогда, если они проведут вот этот обряд. Who is Kampishat? Who is Kalkumar? Kal means on every time he is Kumar. He is constant Kumar. He is Kalkumar. То есть Калкумар — это тот, кто всегда готов. Кришна всегда Кумар. Actually, Kalkumar is Shri Krishna. So if they will serve Shri Krishna, then they will get the relief from all these calamities, all these difficulties. Поэтому единственный способ спасти ваших невесток — это отправить их ночью к Ямуне, чтобы они должным образом провели ритуал поклонения Калкумару, и тогда вот эта ведьма Камы оставит их в покое, и все будет хорошо у вас. Then their mother-in-laws prepared them. Все свекрови стали готовить невесток к этому обряду. And they motivated them to go earlier. Они говорили: давай вы пораньше из дома выходите, чтобы вы не опоздали туда к сумеркам. Идите уже, вот мы вас собрали, все необходимое дали, идите, идите к Ямуне. To worship that Kalkuma, and they just motivated them. And they sent them to the wood. То есть свекрови сами быстренько собрали невесток, все дали им и выставили из домов, говорят: идите, чтобы вы ни в коем случае не опоздали туда. And then Shri Radharani, with his own friends, was on one side, and the other side there was Shri Krishna with his all friends. И когда Радика с подругами пришла туда к берегу Ямуны, она увидела, что напротив ее стоит армия Кришны и его друзей. So while Shri Krishna played his banshi, и когда Кришна заиграл на вамше, listening it, Shri Radharani bewildered it. Радика тут же растаяла, то есть она как потеряла рассудок, услышав эту игру на флейте. Shri Lalita made Radharani that you should not be so much bewildered, and he addressed him that you should be in your own form.
То есть Радика обмякла, сразу услышав звук флейты Кришны, и Лалита стала наставлять ее: Радика, ну-ка, возьми себя в руки и соберись, и будь сфокусирована сейчас с этим Кришной. And at the same time, Shri Radha revived, because his eyes on Shri Krishna, then Shri Krishna became bewildered. И тогда Радика бросила взор на Кришну из уголка глаз, и тогда Кришна обмяк уже. And Madhumal was saying to Shri Krishna, oh my friend, you are being so much afraid of these gopis. Need not to afraid, because I am with you. Тогда Мадхумангал стал подбодрять Кришну, говорит: ты не пугайся этих девчонок, я ж на твоей стороне, все будет хорошо. I have the power of Gayatri. У меня же like the Gayatri mantra, I will defeat them all. Ты что, забыл, что у меня сила Гайатри во мне? Я ж с помощью этой Гайатри, и мы победим их. And saying this, Мадхумангал started to jump. И он стал подпрыгивать на месте. And while he was jumping, his second hand, upavit, and came on his elbow. And then it fell down to his feet. And while he jumped, then the thread was on the branch of a tree. Мадхумангал вот так похваляет, что сейчас мы с помощью Гайатри одолеем, он стал подпрыгивать, и когда он запрыгал так, его пуповит, браманский шнур, стал не спадать, вначале свалился до локтя, до изгиба локтя, потом ниже, потом уже свалился до стоп, на землю, он так допрыгался, что шнур уже очутился на ветке дерева. Мадхумангал was boasting in the company of all friends and to Shri Krishna that you should not bother of these gopis. The power of Gayatri. Упендриваясь перед друзьями, он так хвастался: да вы не бойтесь этих гопи, у меня же сила Гайатри. So, as soon as for the jump of Gayatri, he searched his sacred thigh. But sacred thigh was not on his shoulder. Но и когда он потянулся уже, чтобы дотронуться до своего шнура браманского уповита, он не мог его найти. Он все щупал, щупал тело, но не нащупывал шнур. Other friends were saying, oh, this is a Brahman. He does not have even a sacred thing on his shoulder even. Мальчики рассмеялись, сказали: что у нас за Брахман? У него даже брахманского шнура нет на плече. He's not protecting his sacred thing. Что это за браман, что даже позабыл носить свой уповит? Мадхумангал was saying, the poor Krishna, you are making my joke, and these friends are also making joke. So now I will not remain with you. И Мадхумангал тут же обиделся, он сказал: ну так некрасиво смеяться надо мной, ты надо мной смеешься, Кришна, и мальчишки смеются надо мной, я покидаю вас, все. Вы останетесь без моего покровительства. Now I'm going in the shiva, in the cantonment of Shri Radhana. Все, я перехожу на другую сторону этой войны, буду сражаться на стороне Радарани. And I shall take shelter in the lotus feet of Shri Radhana. I will not leave you. Теперь она будет моей госпожой, я приму прибежище у ее стоп, а с вами я расстаюсь. До свидания. Шри Кришна also registered, don't go, but he was so much anxious that he jumped and started, he ran to the rim of Shri Radha. Кришна попытался успокоить Мадхумангала, но Мадхумангал уже был невменяемый, он просто побежал к тому месту, где стояла Радарани Саки. At the same time, Shri Lalita ji made the platoon formation. И Лалита тут же сформировала свои войска, то есть выстроила их всех девушек в определенную формацию. And she stopped all gopis. Then don't disturb. Let him come in our in our in our position. Увидев, что к ним бежит перебежчик Мадхумангал, она сказала: не останавливайте его, дайте ему пройти сюда ко мне.
And as soon as Madhumangal reached in the middle, the end of that formation was closer, and Madhumangal was in the middle, surrounded by all gopis. Like Chakravyuha. И тогда формация раскрылась, они впустили Маду Мангала туда, и снова войска Радики они закрыли путь, и Маду Мангал оказался один посередине всех девушек. And they combinedly started to spread the pichkari on Madhu Mangal and throwing the colors. И стали тогда тут же обрызгивать его цветной краской, обкидывать его этой краской. They took the dupatta of Shri Madhumangal, his cloth. Забрали накидку у него. Soldier, they fetched it and just twisting it, make it a wig. Они, кто-то ловко стащил с плеча его дупату, эту накидку. Они из нее ее закрутили очень туго, свили как кнут такой, жгутом, и стали его бить этой дупатой. They took so many sticks of made of that was wrapped by the garlands of flowers, and they started to beat. Потом они взяли палки, на которых они несли туда гирлянды, so навешаны, day, и этими палками еще стали его лупить. In this day, the Lakshmar Hori started. И таким образом, как это сейчас вот в наши времена отражают на Варшане, инсценируют вот эту Лилу Холи, вот таким образом началась война красок между группой Радики и группой Кришны. And Madhu Mangal was shouting at that time, O Krishna, protect me. Madhu Mangal жалостливо громко визжал, Кришна на помощь, Кришна на помощь. Абраманьям, абраманьям, this Brahman is being to die. Брамана убивает, все на помощь. Кришна was hearing that Madhu Mangal is shouting. Кришна слышал вопли Madhu Mangal. Shri Madhu Mangal was shouting to Shri Radharani also. Madhu Mangal даже не гнушался, обращался за помощью к Радарани, говорил, ты мне помоги тоже. And he was saying, "O Radharani, you are so kind, and I am a guest, and your friends are behaving me like that. This is not proper. A guest should be respected, but they are beating me. Please protect me." Радха, кто же так обращается с гостями? Я ваш гость, а со мной твои подруги поступают как с заклятым врагом. На помощь скорее. Это неправильно, некрасиво вы со мной обошлись. Radharani, stop them. Stop them. Радика сказал, девушки, прекратите бить его. And he just asked, he invited Madhu Mangal to come near of him. И жестом Радика подозвала его подойти к себе. And she asked, "Oh, Madhu Mangal, why have you left your friend Shri Krishna?" Ты почему перебежал со стороны Кришны сюда? Ты почему покинул своего друга Madhu Mangal? И Радика стала прославлять Шри Кришну. That Shri Krishna is full of whole sweetness, and who will be such person who will dare to meet Shri Krishna? Радика была в недоумении. Она говорит, Кришна неописуемо сладок. Кто в своем здравом уме добровольно оставит такую сладость, покинет такую сладость? Это, мне вообще не верится, что ты мог бросить Кришну. And Madhu Mangal was answering, "No, I have seen Shri Krishna." Madhu Mangal, я прекрасно знаком со Шри Кришной. He has so many defects. В нем столько недостатков. As he is Tribhangalil, so his heart is also twisted. Он извилистый, тело извилистое, сердце у него извилистое. He does not have kindness. В нем нет никакой доброты настоящей. When he was of 6 days, he killed
lady, Putna. И что забыла, что когда ему было всего лишь 6 дней от роду, он убил женщину, Путану. While he started to play, first of all, he killed a calf. Ты помнишь, как он убил теленка? He has also killed a bull. И быка. So he is stealing the butter as well as the clothes of gopis. Он постоянно воровал, он воровал масло, он украл вашу одежду. And now I have seen the glories of yourself. Но теперь я осведомлен с твоими достоинствами. What a music is here! What a sweet food is here! There is nothing. Я оценил, что тут и вкусная еда, и музыка. So I want to live with you. Поэтому я готов жить с вами. Берите меня себе, я ваш. And now I shall take the shelter of Sri Radharani, not of Sri Krishna. Я не хочу больше быть с Кришной, потому что у вас все тут лучше, и еда, и музыка, и поэтому я теперь буду жить с вами. This Brahmana has come now in your shelter, so please, I am very much hungry. Please offer some food to me. Поэтому ты понимаешь, я перебежал с той стороны сюда, я очень голодный, изнеможденный, я брахман, меня следует покормить уже. And immediately Sri Radharan was very much kind, and as he is a friend of Sri Krishna, and he is describing the qualities of Sri Krishna in a other way. То есть Радика тут же растаяла, она так обрадовалась, ну, общаться с близким другом Кришны, который косвенным образом прославлял Кришну, то есть под видом критики, на самом деле он тоже прославлял Кришну. Always increases the harm of Sri Radharani. Потому что на самом деле Мадху Мангал не критиковал Кришну. Это выглядело внешне как критика, но это было похвалами в адрес Кришны. А любой, кто похвалы в адрес Кришны, всегда усиливают любовь Радарани. Прославление. Because in the Shastra, the Viras is a friend ras of Шрингарас. Потому что в Раса-шастре сказано, что Вирья-раса всегда дружит с Шринга, то есть мужество, вот эта раса мужественности, силы героя всегда дружит с романтикой. Normally, seeing the greatness and hero-ness of a hero, the love toward him is increased. Потому что девушка, если она видит проявление героизма и мужества со стороны героя, она будет его любить сильнее. So, но привлечется им сильнее. So, though Madhu Mangal was chastising Sri Krishna, but actually he was not chastising, he was glorifying Krishna. Хотя могло показаться, что Madhu Mangal говорит плохо о Кришне, на самом деле то, что он говорил, это было прославлением силы и мужества Кришны. And seeing and listening the qualities and the pastimes of Sri Krishna, Sri Radharani was very much happy, and she offered all the things to Sri Madhu Mangal. И это очень порадовало Радику, то, что он напомнил ей об этих лилах Кришны, тоже прославил силу Кришны. Радика тут же с готовностью поухаживала за Мадху Мангалом, накормила его и предоставила все необходимое ему. Мадху Мангал was tasting all things, and now he was saying that, oh, now I require a new butter. Макхан. И Мадху Мангал наелся до отвала, и потом сказал, теперь хочется свежего масла еще. And Shri Chitraji told, yes, I will offer you the new butter. И Читрасаки сказала, сейчас я тебе дам свежего масла. And she carried a color pitcher. И принесла огромный горшок с маслом.
And whatever Madhumangal was having, his dupatta, she faced it and making it a base, having it, just twisting it and making it the base. She pushed, put first of all that cloth on his head and then placed that color picture on his head. Читрасаки сказал, хочешь масло, сейчас будет тебе масло. Она взяла вот эту дупату Мадхумангала, которую девушки связали жгутом, чтобы как кнутом бить его, и обвязала вокруг лба, вокруг головы, как венок Мадхумангала, и потом поверх этой ткани поставила этот горшок с маслом ему на голову. And carried a crunch, cruncher, and placed it in that pitcher and started to crunch it. И стала пахтать, то есть она поставила этот горшок с йогуртом ему на голову, пахталку туда засунула и прямо у него на голове начала пахтать, взбивать масло там ему свежее. Мадхумангал was beating off new butter. Он требовал свежего масла нового. But so much time has passed, but there was no butter. Он ждал, ждал, она все пахтала, пахтала, но масла ему не давали. Мадхумангал was asking that, oh, so much time has passed, still the butter is not coming out. Что происходит? Почему так долго? Где масло? Then she, Chitraji, took off that cruncher and just hit at it on the pitcher, and the pitcher was broken. And the whole color was on the body of Madhumangal, and he hit at that cruncher on the back of Madhumangal. This is the butter. И когда вот Мадхумангал стал уже допытываться, ну где же масло, что так много времени прошло, тогда она достала эту деревянную пахталку из кувшина, ударила силой об кувшин этой пахталкой, кувшин раскололся, масло полилось по голове Мадхумангала. И потом этой пахталкой еще стала ему по спине бить и говорит, вот тебе масло, вот тебе масло. And then the Madhumangal started to shout, oh Krishna, help me, protect me, protect me. Мадхумангал снова завопил, Кришна на помощь, Кришна на помощь. Then Shri Krishna sent Suval to help Shri Madhumangal. И тогда Кришна попросил Субала сбегать помочь Мадхумангалу. Suval was very much profound. He went and she praised Sri Radharani. Oh Radharani, you are great. Our friend Madhumangal came to you as a messenger. И тогда Субал, будучи опытным дипломатом, он пришел к Радхике и сказал, о Радха, Мадхумангал пришел к тебе от нас как посланник. And this is a procedure. This is a way of politics that an envoy, a rajput, a messenger is never punished. Регламент политических отношений таков, что посла нельзя наказывать. But you are punishing and you are chastising and you are punishing that messenger, our friend. It is not proper. Ты посмотри, как вы обошлись с нашим послом, нашим другом Мадхумангалом. Это некорректно так поступать. In the same way, same time, Shri Vishakha came and he grabbed Madhumangal in his arm. Vishakha did? Grabbed Madhumangal. Vishakha вышла вперед и заточила в руку, сделала удавку вокруг шеи Мадхумангала рукой своей. And having kajal in on the tips of his fingers, she did. She placed that kajal on the in the eyes of Subal. Oh, she grabbed Subal or
Шупадаманкам. Сот, Шупа. Неправильно. То есть тогда когда Шупал так возмущался по поводу того, как обошлись с Мадумангалом, Вишака подкралась сзади, схватила его в замок рукой голову и стала с кончиками пальцев наносить подводку под глаза Шупала, каджал. While they was holding Shubhal, Madhumangal got the time, got the chance, and he just jumped. And just by jumping and running, he reached to the Krishna. И пока девушки так отвлеклись с Шубалом, пока Вишака разбиралась с Шубалом, Мадумангал воспользовался этой возможностью, что на него никто не смотрел, он вскочил и побежал напрямую к Кришне и спрятался там за Кришной. Then Shubhal also came after some time. Через некоторое время Шубал тоже вызволился и вернулся на свою сторону к мальчикам Кришне. And Madhumangal was saying that this Shubhal was caught by gopis and it is I who make him free. Времени Мадумангал всем рассказывал новую историю. Он говорил: видите, Шубал пришел к девушкам, они взяли его в плен, и я помог ему спастись оттуда. And you can see that he was defeated by all gopis because the kajal is in his hand, in his eyes. Доказательство того, что он, что гопи одержали победу над ним, вы видите вот этот каджал на его лице, на его глазах. But Shubhal said, well, Krishna, don't believe on him. He is very cheater. Шубал сказал: Кришна врет, он все, не слушай его. If I would not have reached there, then the gopi was beating him, and he would have in a very crucial position. Ты знаешь, если бы я вовремя не подоспел туда, да его так уже отлупили там, что он был бы уже в критической ситуации, в больнице лежал. Due to my trick, I very, very cleverly make him free, and he can again with us. Все наоборот. Это я вызволил Мадумангала из плена своей смекалкой. Then Shri Krishna became very much angry, and he said that I shall take revenge. И услышав о том, как обошлись с его другом гопи, Кришна разозлился, сказал: ну все, сейчас я им отомщу. Рахани has his group, of gopis has just insulted our friend, and I will take revenge. Если они так оскорбительно поступили с одним из нас, то мы накажем их сейчас. Then Shri Krishna took his flute and just played it as if he has declared that the battle is now started. И тогда Кришна, достав флейту, так подул в нее, что показалось, что это как зов раковины, что сейчас начинается война. And having угрожающе сыграл на флейте. And on the other hand, by listening the noise of that fruit, Shri Radharani also started the veena and the other instrument. The Sakhi started to play the instruments. И в ответ на флейту Кришны Радика ответила игрой на вине, и ей подыгрывали на разных инструментах ее сакхи. And then Shri Krishna had a fist of a gulal. Кришна схватил горшню краски. And he threw it on the face of Shri Radha, and it was spreading and it sprinkled on the edge of his cheeks, his face, and his chin. И схватив горсть гулал красной краски, Кришна метнул в Радику, и вот эта краска попала ей в лицо и осела на ее скулах, на ее лбе, подбородке. So Shri Krishna was now seeing the beauty of Shri, that newly rising moon. Shri Krishna was remembering, oh, this moon was the beauty of it. This moon is just resembling to the beauty of Shri Radharani. While I throw that gulab on him, so Shri he was being very much
amazing. И сейчас, готовясь к Раса Лили, глядя на Шарад Пурниму, на полную луну, которая была красноватого цвета, Кришна вспомнил вот эту лилу с Холи, когда он бросил краской в лицо Радики. И эта красная луна напомнила ему, он вспомнил, как выглядела Радика в тот момент. So Tado Doraja Kukwakarai Mukhai Pracha Abilampan Arunayna Shantamai. In this way, the red moon was there and it was resembling the beauty of Shri Radharan. And seeing that Chandrama, Shri Krishna was remembering Shri Radharan. And he said, oh Chandrama, you are very fine. И вот это, поэтому Кришна с восхищением любовался сейчас этой полной луной, которая была красноватого цвета, потому что она напомнила ему прекрасное, прекрасное лицо Радарани. So in this way, both of them, Shri Krishna and seeing that Chandrama, Shri Krishna now started to play his banshee, so that she can invite gopis for Ras. И созерцая эту луну, Кришна заиграл на флейте, чтобы созвать всех гопи на расу. Боло банши ману бинод бихари ки. Джай. Рас бихари ки. Джай. Говинда джай, джай, гопа. Vrindavan Bihari Lal ki. Yeah. Sorry.